Депутаты Камчатского парламента направили в правительство России обращение в защиту камчатских рыбаков. В письме приводятся аргументы против нового порядка взимания платы за заключение договора на пользование рыболовным участком, утвержденного постановлением правительства номер 959. Согласно документу, пролонгация договоров на 20 лет будет только после внесения платы за пользование водными биоресурсами на 40 лет вперед, тремя платежами в течение 2 лет. По мнению спикера Краевого заксобрания Ирины Унтиловой, новые правила погубят большинство рыбацких предприятий. Камчатки. Сегодня рыбацкое сообщество очень обеспокоено введением нового порядка платы за водные биоресурсы, который предполагается к вступлению. И в адрес законодательного собрания Камчатского края направлено очень много обращений от рыбаков с просьбой вмешаться и помочь. И, конечно, мы разделяем эту озабоченность, потому что условия, которые предложены, они достаточно сложны практически для всех наших предприятий. Совокупный планируемый размер платежа для добросовестных рыбопользователей составит 130 миллиардов рублей, а это годовая прибыль за 6 лет. Взять кредиты в сложившихся экономических условиях смогут единицы, а более 80% предприятий закроются. Сегодня рыбная отрасль – это основа бюджета Камчатки. Это сегодня рабочие места на побережьях. Это сегодня огромный блок социальных программ и поддержка в развитии региона. И если сегодня рыбацкие предприятия окажутся в очень сложных условиях, они не смогут их преодолеть, они будут либо вынуждены закрыться, либо кредитоваться, а это значит, все это ляжет, во-первых, в себестоимость продукции, а во-вторых, практически в свертывание всей социальной поддержки, которую они осуществляют, особенно в отдаленных поселках. Депутаты предлагают пересмотреть решение, взяв в качестве основы согласованный дальневосточными регионами и отраслевым сообществом подход. Это плата в размере 100% ставки сбора за водные биоресурсы за 20 лет, либо предоставление длительной от 10 лет рассрочки платежа для добросовестных пользователей лососевых участков. Соответствующее обращение депутаты направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его заместителю Дмитрию Патрушеву. Для того, чтобы еще раз пересмотрели порядок и условия в интересах, наверное, в совместных интересах и ради достижения целей для того, чтобы мы аккумулировали средства и действительно наполнили и федеральный бюджет, но и вместе с тем создали условия для системного и безопасного функционирования нашей рыбацкой отрасли.